Ребята, смотрите, уже рассвет. О, а что мы будем делать дальше? Сейчас мы пойдем на новое задание. А сейчас уже не опасно выходить на улицу? Не-не-не, смотри, уже рассвет, и все мобы сгорают. Давайте выбираемся, я вам тут покопаю. Что это такое? Влад, ой-ой-ой, ребята, это снег выпал, смотрите. А что его так много-то, блин, как за одну ночь? Блин, нифига себе, вот это мы с вами проспали, конечно. Ой, а? Я даже шапку надену, а то как-то я, мне кажется, замерзну. Ой, изумрудки, она же воняет. Да блин, я лучше согрето буду, чем это, замерзнуть так, здесь. Так, Нубик, ну-ка быстренько одень шапку, ты вообще лысенький, давай, нужно тебе шапочку обязательно. Так, ладно, хорошо, а у меня нет шапочки. Как нет шапки? Ты чего, ее потерял? Ну, Пас, ты куда дел шапку? Может быть, она у вас просто из кармана выпала у меня. Блин. Ну, ребята, смотрите, у кого есть меч? У меня есть меч. Так, смотри, давай, сейчас я делаю тебе 4 коровы, и ты их всех по-быстренькому кромсаешь, так скажем. Давай. О, откуда вы их взяли? Сейчас я. Так, опа, готово. Отлично. Давай. Всех. До конца. Я сам их вообще не трогаю. Так. Сейчас я догоню ее. Подожди, Изумрудкин, ты тут не собираешь, ведь а тебе выпало хоть что-нибудь? Да, мне какая-то... мне кожа, походу, выпадает. Да стой, ты куда бежишь-то? Так, стой. Не, Изумрудкин, оставь теленка, оставь. Да как это оставь? Да ну давай, бегать, маленькую, не будем выпадать, что? Отлично, у меня все готово. Убил маленькую коровку. С него бы просто ничего не выпало. Смотрите-ка, ровно 5 кожи. Это как раз на шапочку, ребята. Ребята. Хорошо. Так, сейчас, оп. Кожаная шапочка готова, Нубик, забирай. Нифига себе, это мы прям в походных условиях сделали шапочку для Нубика. Да, это просто суперски. Я вам просто хлопаю. Изумрудкин, ты молодец. Нубик, тебе все видно? Ой, классно. Да, нормально. Ну, немножко неудобно, правда. Ну, ладно, просто давайте, я вот... Давайте, пошлите нас на новое задание, мне прям интересно. Так, стоп. А вы ничего не забыли здесь? Сейчас я заберу печку. Вот так вот, вот сразу, вот, Изумрудкин, все-таки... Слушай, ты сегодня прям очень молодец. Так я... Как-то мне все хочется больше на новое задание, только я боюсь, что меня мама отругает, потому что меня так долго дома нет. Нет, Изумрудкин, не беспокойся, я уже обо всем договорился. Нубик, тебе точно все видно, а? Чуть-чуть неудобно, говорю, но она, в принципе, просвечивает. Ну ладно, все, тогда пойдемте. Ребят, смотрите, уже декабрь ведь наступил, и как раз прям тут же снег выпал, представляете, как, а? Конечно, блин, офигеть, как быстро. Вообще, подождите, как повезло, а? А это получается, что скоро будет Новый год? Да, скоро Новый год. А смотрите, ребят, что у меня для вас есть, а? У меня есть снежки. Ой, блядь. Да вы что, Владус, Варвладус? Я вам сейчас когда? Да ну, Изумрудки, ну-ка давай. Давай, Влад, сейчас будет поединок. Нубик, ты где? Хватит, а можно мне тоже снежок? А, вот смотри. Нубик догадался, как их копать, это Изумрудкин? А у меня нет лопаты. А, держи тебе лопату, накопай и мне заодно, но у меня еще есть снежок. Нубик, лови! Нубик, накопай. Я спрятался. Ну-ка, иди сюда. Ой, я попал. А, Лопас, иди сюда, Надь, получай. Ай, получай. Не, блин, прикольно, ребята, вообще. Слушай, вот так вот вам. Я же вам не сказал про новое задание. О, давайте рассказывайте. Так, собираемся. Снежков можете еще поднакопать. Новое задание — это мы пойдем с вами сейчас в пещеру, в самую настоящую. А это не опасно? Нет, это абсолютно безопасно. Я вас, если что, буду прикрывать. Так, все, давайте не будем бросаться снежками. Пойдемте за мной. Пойдемте. А куда мы пойдем? Где у нас пещера? Мы рассмотрим вот этот каньон, который вам так сильно понравился. Смотрите, ну, давайте спускайтесь. Аккуратно, тут скользко. Я вам говорю, вы чего? Тут лед, и вот прям вообще можно упасть. Смотрите, видите, туда нужно как-то спуститься. Вот той воды будет недостаточно, потому что ее слишком мало, это ручеек, да? А если мы в нее прыгнем? Не-не-не-не, ты сразу себе ноги все сломаешь. Смотри, Изумрудкин, как мы сделаем? Мы берем... И ломаем здесь лед. Опа, нифига себе. И что делать дальше? Сейчас она спустится до конца, и мы спустимся с вами по этой воде. Вам нужно покушать? Нет, у меня еще есть песенки. А мы не промокнем? Нет, у меня тоже есть еда. Отлично. Так, ну все, давайте за мной. Смотрите, я первый это делаю, и вы смотрите. Ага. Давай, ладно, давай, пошли, бегом. Обгоним вас. Давай. Аккуратно. Видишь, какой холодная вода! Понятное дело, зима наступила, мы же ее изо льда только что достали. Станислав, пошлите там погреемся! Аккуратно.
Ух, там зомби, зомби, у кого меч есть? У меня есть, сейчас я ему дам. Ну-ка, на, получай. Давайте, сейчас давайте, я его давайте, я прям рукой буду мочить. Ух ты, здесь так тепло, мне прям так жарко. Уху, прям. Да, это тепло, конечно, но вы, пожалуйста, аккуратно, не упадите только, не поранитесь. Смотрите, там огурец. Смотрите, смотрите. Где огурец? Где огурец? Вон там, смотрите, вот туда. Давайте мы его хлопнем. Эй, не подходи близко, Изумрудкин. Ой, да что ты будешь делать-то, а? А у меня снежки есть, у меня снежки есть. Давай, давай, снежки закидаем. Он урона не будет получать, но вы его будете отталкивать. Молодцы! Ух ты, вот смотрите, сейчас можно я здесь скопаю? Вы сказали, что здесь железо. Да, это железо, у тебя есть кирка? Конечно, есть. У него уже есть деревянная кирка. Подожди, Нубик, ну, слушай, ну, давай, давай, копай. А что с ним делать надо? А чё, ничего не выпало? Да, оно понятное дело, потому что нужно каменной киркой ломать. Видишь, как изумруд? А, понял, ладно. Нубик, я тебе дам чуть-чуть железа, чтоб ты посмотрел. Хорошо, а у тебя же есть верстак, давай сделай себе кирку. О, можно так-то. Ну, давай я прямо здесь сделаем, сейчас я поставлю, держи. Нет, ребят, это так не делается. Железо нужно обязательно переплавить. Давайте это мы сделаем не здесь, мы же договорились идти в пещеру, а это всего лишь каньон, это не то. Сейчас мы пойдем в самую... Все, забирайте верстак, хватит копать, пойдемте за мной. Так, все, я забрал, пошлите. Давайте, тут аккуратно, вода, нужно чуть-чуть постараться ее переплыть. Опять холодные воды эти, блин, какая она холодная. О, я тут нашел пещеру, смотрите, я пошел. Эй, Изумрудкин, стоять! Помогите мне! Что ж ты будешь делать, Изумрудкин? Ну, ты что такой непослушный-то? Скелет! У кого факела есть? Так, сейчас со скелетом разберемся по-быстренькому. Факела, ребята, у кого? Скелет помогает, смотрите. Сейчас я сделаю факела. У меня есть это. Так, все, один готов. Вы где, ребят? Ой, меня скелет бьет. Так. Изумрудкин, ну, вот я тебе говорил, никуда от меня далеко не отходить. Ну ладно. У меня есть. Факела. Давай, поставь нубик. Все, отлично. Вам покушать нужно? У меня есть. У меня только 4 печеньки осталось. Так, нубик, конечно, давай я тебе дам тогда все свои яблоки. Вот, сам поем картошку, если что. Кстати, Изумрудкин, когда ты убивал коровок, у меня осталась говядина. Так что мы ее потом пережарим и тоже вместе поделим, да? О, хорошо, вообще классно. Это так, ребят, а есть у кого-нибудь уголь или факела? Просто я бы сам себе сделал. Есть уголь, вот, смотрите. Вот, отлично, спасибо, Изумрудкин. Вот, возьмите факела. Спасибо большое. Все, я сделал себе факела, давайте пойдемте за мной, а? О, а у меня, смотрите, еще еда есть. Нубик, ты ее забрал. Ладно, да потом вместе переплавим, все вместе. Аккуратно, ребят, аккуратно, тут лава, сейчас я ее немножечко заделаю и вам скажу, когда можно проходить. Ага, так, ладно. Секунду. Все, можете вот здесь аккуратненько обходить, на блоки не наступаем. Там огурец стоит, он к нам идет. Так, смотрите, я его взорву сейчас. Смотрите. Так. А, нет, блин, ребята, он кого-то из вас заметил. Так, стойте там, кидайте в него снежки. Сейчас я ему хлопну, дам. Все, отлично. Вы молодцы, что его сдерживали. А может, пещера такая. Еще один, ребята. Ух ты, как он взорвался. Видели, да? Офигеть. А можно мне тоже... Еще один, ребята. Ой, я хочу тоже попробовать. Не, не трогай, Изумрудкин. Ой, капец. Ну вы что, взрывайте-то, вы аккуратно. Подожди, не лезь, там еще... Сзади, ребята. Давайте теперь сами. Тут еще с этой стороны. Ой. Блин, этих здесь много, помогайте мне. Так. Я его снежками. Давай, Нубик. Все, убили. Отлично, ребята, это было круто, на самом деле. Здесь безопасно. Здесь же совсем не безопасно, Владус Мармеладусович. Да нормально, Изумрудкин. Смотри, мы же справились. Только железо, посмотрите. А можно его копать все? Конечно, можно, только далеко не уходите. Нубик, ты куда пошел? Я здесь просто посмотрел. Нужно все здесь осветить. Мы обоснуемся именно здесь. Ребята, вы, если что, меня слышите? Я тут просто далеко уже отошел. Да, слышу. Что такое? Смотрите, там еще два огурца. Кто хочет здесь со мной пить? Здесь огурец! Где? Так, Так, дайте я сначала меч сделаю, потому что я их вообще киркой мочу. Тут огурец взорвался. Где? Я его взорвал уже сам. Сам? Ой, молодец, ну с собой. Смотрите, я дорожку сделал, блин. Тут так жарко. Назад, Изумруд, сюда назад пройди. Нубик, сделай верстак, пожалуйста, поставь мне его, и я сделаю меч. Так, отлично, меч готов. Кто со мной идет на огурцов? Пойдемте, сейчас мы... Давайте все вместе пойдем. Так, стоп.
Ребята, они, кажется, исчезли, но тут есть зомби. Ух ты, где? Давайте, давайте его убьем. Здесь столько ресурсов, смотрите, здесь угля столько много. Да. Это... Ой, там внизу, Ребята, там вообще целая армия, смотрите, сейчас, давайте. Куда вы пошли? Как, куда? Взрывай. Еще и зомби. Так. Смотрите, сейчас есть. Ребят, представляете, мне лук выпал, смотрите. Блин, а у меня так мало жизни, я вообще уже прям боюсь. Тебе кушать нужно? Вот у меня яблочки еще есть, но они восстанавливаются потихонечку. Так, кому лук? Я не умею. Оставьте лучше себе! Вы потому что самый мастер здесь. Ну, ладно, хорошо. Просто я хотел вас научить, но на самом деле стрел нет. Давайте я это сделаю потом. Хорошо? А у меня есть стрела, смотрите, возьмите из меня ее. Не, изумрудки, ну это так не работает. Они постепенно исчезнут, но из тебя я взять не смогу. Так, а куда мы дальше пойдем? Может, мы ресурсы будем добывать? Их здесь так много. Нет, пойдемте ниже. Смотрите, здесь же есть проход, который пониже. Давайте проверим, что там есть. По сути, пещеры в Майнкрафте чем ниже, тем лучше. Запомните это. Опа! Скелет. О, давайте сейчас его убивать. Что по-другому, ребят? Так, давайте. Может, мне помочь? Отлично. Отлично, мы его... Владос, у вас шапка пропала. Да? Ой-ой-ой. Да. Ну, это мне, наверное, выбили эти монстры. Эх, жалко. А здесь, походу, ничего нет. Подождите, не идите. Я сейчас сделаю факелов сначала. Так. Я иду первый всегда, если что. Хорошо, вы за мной. Там так страшно. Ребята, смотрите! Что там? Тут ничего нет. Я испугался. А может быть, мы прокопаем? Есть. Но изумрудки, если прокапывать, это вообще маленький шанс. Давайте мы не будем этим заниматься. Мы лучше пройдем и сделаем, попробуем железную кирку и меч. Ведь когда-то нам придется добыть алмазы. Ого! Ага. Алмазики? Кстати, а у вас уши не закладывают, потому что мы же низко спускаемся? Нет. Я помню, вы рассказывали нам про алмазы на одном из уроков. Мы сможем их добыть. В этом походе. У меня есть уже уголь и есть печка. Что теперь надо делать? Так, отлично. Нубик, ты где? Я поставил и закинул туда уголь. Так, отлично. Так, уголь ты сюда закинул. Теперь берите железо и закидывайте сверху. Пускай оно переплавляется. Нифига, так у нас так... Так да, мы можем сделать броню из него же. Кстати, да, Изумрудкин, ты прав. А поставьте кто-нибудь верстаку. Не в этой вонючей броне. А у меня нет верстака. Мы его забыли там. Серьезно? А доски-то у вас есть? Вот верстак же, вы что? А, это... Вы меня испугали, честное слово. Сейчас я принесу его вам. Давай, Изумрудкин. У меня уже пожарились стейки, мы сейчас можем перекусить. А мы домик здесь сможем сделать? У меня вот есть даже ресурсы. Не-не-не, домик мы здесь делать не будем. Не-не-не-не-не-не. Нам нужно двигаться дальше. Это у нас будет, знаете, такая мини-остановочка походная. Здесь мы будем только переплавлять ресурсы. Я сделал убежище вот. Так. Ну, ладно, пускай изумрудка на тебя будет шалаш. А кто забрал железо? Я немножко забрал. А у вас есть палочки? Нет. А это плохо очень. Изумрудкин, у тебя может есть? Это тоже нет. А как мы тогда делать будем? Ребята, нужно что-то придумать. Это придется идти на самый верх, что ли? Я думаю, да. Ребят, смотрите, у нас же вообще сейчас нет выходов, кроме как уйти из этой пещеры. Потому что есть тут одна отвилка, но она ведет наверх. Туда мы не пойдем, потому что это нам не надо. Дальше у нас есть отвилка, которая ведет вниз, но там тупик. Туда мы тоже не пойдем, потому что там делать нечего. Я предлагаю найти другую пещеру.